Кражи из дач отчасти являются сезонными преступлениями. Однако такие правонарушения совершаются в любое время года. Существует так называемая сезонность обнаружения, когда хозяева дач и домов, в которых постоянно не проживают, посещая свои жилища после зимнего периода, обнаруживают следы проникновения. Именно поэтому по данному поводу граждане обращаются в органы внутренних дел чаще всего весной. В текущем году зарегистрировано 1325 краж из дач частных домов. Их раскрываемость составляет 72%. Задержано 813 подозреваемых, 36 из которых совершили серийные преступления данного вида. Из домов, дворовых территорий и хозяйственных построек преимущественно похищаются строительные и электроинструменты, продовольственные товары, бытовая техника, черный и цветной металлолом. Для защиты от злоумышленников рекомендуем оборудовать дом средствами видеонаблюдения, установить охранно-пожарную сигнализацию, крепить запорные устройства, не оставлять ценные вещи в открытом доступе.